Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру Tom Candy Run. Так, что это тут у нас делает этот воришка? Ох ты, смотри-ка, сладости ворует. Оу, а вот и сам Том пожаловал. Гоу. Понятно, нажимаем. Ага, поймали его врасплох, а он наутек. А, это у нас очередной раннер. Так, теперь мы будем Томом бегать и ловить этого енотика. Прыжок. В принципе, все легко и просто. А тут что? Двойной прыжок. Ясненько все. Здесь то же самое. Уху. Так. И вот мы его поймали. Нет, он все равно убежал от нас. Три звезды. Продолжаем смотреть дальше, что это у нас такая за игрулька. И с чем ее едят. Ну, едят ее, ребят, с конфетками обычно. Смотрите, Том любит сладости. Обалдеть, сколько, ребята. Оу, теперь уже у нас тут мороженое. Да, игрулечка детская. Поэтому рекомендуется для детишек. Отлично. Ух ты, сколько тут эскимота всякого было. Держим, 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 ребята, держим. Вот так. А как тут все возможно вообще собрать, а? Или нам придется выбирать? Либо-либо, как говорится. Ага, опять его настигли, и опять он убегает от нас, этот енотик. Ты-дири-тириц. Че завис-то, эй, Том? Ты че в такой позе-то у меня замер? Но зато мы получаем 3 звезды. Так что продолжаем. Так, поехали. Ну, третий уровень у нас. Что такое? Я не понял, и что? Ага, ничего. Бежим. О, опять у нас, смотрите, какие-то чупа-чупсы. Так, ловим, ребята, все будем ловить. Ага, тут уже надо перепрыгивать. Ну, это проще простого. Оп, опа. Хорошо-то как получается. Все сладости набираем, ребята, все абсолютно. Так, подожди, какое, блин, это? Давай продолжение мне. С какого перепуга тут вдруг все выключается? Так, ловим, ловим, ловим. Да я знаю, что двойной прыжок нужно делать. Не надо мне никаких подсказок. Ох, блин! Мне что нужно ловить, монетки или конфетки? Надо как-то определиться с этим делом. Три звезды. Шикарно. 20 тысяч золота у меня. Хм. А деньги здесь для чего? Я что-то смогу покупать потом? Четвертая миссия, ребят, у нас. И тут какие-то у нас будут пирожные. Да. Или печеньки. Побежали. То есть 35 печенек мне нужно собрать для того, чтобы я получил 3 звезды. Моя энергия заканчивается от того, что я бегу. Ага, вот эти вот пробирочки мне восполняют здоровье. Хорошо. Опа, поймал. Давайте дальше с вами двигаться. Опять мы его поймали. Слушайте, по-моему, это миссии у нас такие обучающие. Уж довольно все здесь как-то легко и просто. 3 звезды получаем. И продвигаемся с вами далее. Немножко что-то она как-то подтормаживает, или мне кажется. Или так и должно быть. Также у нас 300 гемов есть. 300 кристаллов. Скорее всего, мы что-то будем приобретать. Ух ты, смотрите, какие пирожные здесь. Оу, большое. Так, ловим все это дело. Перепрыгиваем, не забываем пригибаться, если надо будет. Опа, поймали. А вот здесь отлично, получилось все хорошо. Так, давайте. Тут даже, ребята, можно, честно говоря, и не говорить ничего абсолютно, потому что тут и так все прекрасно ясно. Так что, ребята, если вам понравилась эта игра, вы пишите мне в комментариях, стоит в нее играть или не стоит. Можно будет ее даже попробовать пройти полностью. Ничего в ней сложного такого нету, ну, по крайней мере, на данных этапах. Ну, довольно весело, хотя бы хоть какое-то разнообразие, а то у нас все стрелялки, пулялки, мордобития и зомбари. А тут хоть маленько развеемся. Так, ладно,
переходим с вами на следующий уровень, и это у нас уже шестой. Смотрите, здесь будет нам какой-то сундучок, реворд. Ха, давайте, я не против. Клубничка. 260 клубничек нужно нам собрать. Также не забываем про пополнение жизни себе. Так, перепрыгиваем. Отлично, все у нас хорошо получается. Слушайте, монетки, я думаю, что не обязательно подбирать. Нам главное клубничку собирать. Вот, перепрыгиваем. Ух, сколько много. Прикольно, блин, ребят, мне что-то захотелось клубнички. Вы не представляете, я хочу клубнику, землянику и малину. Все ягоды захотелось мне сразу. Том, я завидую тебе, а. Ух ты, просто шикарно. Собрали? По-моему, да. Сейчас посмотрим. Если нам дадут 3 звезды. Да, великолепно. И сундучок мы с вами заслужили. Давайте посмотрим, что в нем будет. Нажимаем и... Анжела нам достается. Новый персонаж. Ух ты, здесь, значит, можно будет менять персонажей. Уже что-то, уже хоть какое-то разнообразие в игре появляется. Значит, деньги тоже для чего-то понадобятся. Так, что такое? Так, нажимаем сюда и смотрим. Видимо, мы сейчас можем переключиться на Анжелу, да? Да, именно так. Она у нас первого уровня. Тут и Бен, и Гинджер. В общем, все известные нам персонажики. Ну что ж, давайте попробуем, наверное, мы с вами поиграть за Анжелу. Том у нас все равно тоже первого уровня. Значит, уровень здесь можно будет им повышать. Так, я выбрал ее, да? Вроде бы как да. А как мне... Так, энергия. Как начать играть-то мне? Подожди, ребят, надо закрыть, наверное. Подожди, все равно Том стоит. Хм. Странно. А, нет, все хорошо. Анжела. И опять же у нас тут какой-то будет сундучок. Ревард, вы это прекрасно видите. Ну что ж, давайте тогда приступим. Насколько я могу понять, то Анжела будет тоже собирать у нас все эти вкусняшки. На этот раз яблочки. А, подожди-ка, тут и клубничка, но нужно нам собирать яблочки именно. Хотя, честно говоря, я хочу собрать здесь все абсолютно. Ох, магнитик. Вау, вот это круть. Отлично, получил. Оу, елки-палки, врезался, а, в столбик. Как же так? Неудачно, ребят, как-то сыграл. Ну да ладно, надеюсь, мы все это успеем с вами наверстать. Тем более сердечко подобрали. Энергию восстановили себе. О, магнитик. Хе-хе. Слушайте, магнитик это очень хорошо. Вы посмотрите, блин, он, правда, быстро заканчивается у нас. Если бы он был чуть-чуть подольше, мы могли бы здесь собрать все. Ну, 80 яблочек, я думаю, что мы собрали. Так, ну-ка, Анжела, порадуй-ка нас. Да, ребят. Так и есть, и сундучок. Что, тоже персонажик будет новый или что-нибудь другое? Сердечко. Хм, ну давай нажмем. А что нам интересно будет давать сердечко? Оу, кристаллики достаются. Так, следующий уровень у нас. Блин, а что же дает сердечко-то, а? О, подождите-ка. Что-то новенькое у нас здесь появилось. Новинка, сердечко. А, добавляет нам жизненной энергии. Вот оно что делает. Так, тут единорог, там дракончик еще какой-то. В общем, это все будет у нас потом, я так понимаю. Восьмой этап. Опять же у нас здесь будет сундучок. И на этот раз мы будем с вами собирать тортики. Блин, тортики, хочу тортика. Оп, опа. Ай-яй-яй, пропускаю, ребята, очень много пропускаю. Ну, тут, как говорится, выбор. О, надо было прыгать, а я вместо того, чтобы прыгать, наклонялся. Жаль. Вот здесь мы, наверное, ребят, с вами все не успеем подобрать. Хотя, может быть... А почему сердечко летает рядом со мной, а? Я не понял. Ну, ладно, пускай летает. Нам только в плюс это. Ах ты! Оно, ребята, дополнительные пробирки с энергией дает. Вот что. А я думал, что оно нам повышает жизненную энергию. Нет. По-моему, собрал. Должен собрать. Анжела, ты меня не подведешь ведь, верно? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, 3 звезды. И сундучок нам какой-то. Том. Плюс 4. А, все, ребята. Мы с вами, когда наберем достаточное количество карточек, мы сможем улучшить Тома, ну, соответственно, Анжелу. Так, а здесь у нас...
за 10 тысяч. Ну, давайте посмотрим. У нас денежек хватает, поэтому можно посмотреть. Ох ты, Том, плюс 10 карточек. Анжела, тоже 10. Кристаллики, все это очень хорошо. Давайте попробуем один такой сундучок открыть. Посмотреть хочу, что это. О, сердечко. Опять Том. Денюшка. И все, да? Кристаллики. А если еще один открыть? Что нам здесь будет? Анжелочка выпала. Угу, монетки и кристаллики. Слушайте, ребят, я уже даже не знаю. Я могу, наверное, прокачать и Тома, и Анжелу. Даже сердечко, наверное, могу прокачать. И если они прокачаны, то, соответственно, должны нам что-то больше выдать. Ох ты, ох ты. Но это, ребят, нам уже не нужно. Денежку мы вкладывать не будем. Наверное, нам сейчас предложат кого-то улучшить. Да, Анжелу. 5000 монеток. Ага, подросла у нее энергия. Ну что же, и Тома тогда мы можем, да? Хватает денежек? Хватает. Вау, какой он довольный. Ну что же, давайте, наверное, мы все равно будем играть пока за Анжелу, ребят. Этих остальных ребятушек нам не дали, но я думаю, что все это будет у нас впереди. Итак, 9-я миссия у нас. Опять нам достанется сундучок, если мы пройдем на 3 звезды. И опять клубничка. Обожаю клубничку. Так, опа. Как мы ловко с вами, а? Опаля. Так, надо... Оу, елки-палки, ребятушки, засмотрелся на клубничку и прозевал, что нужно было там наклониться. Ого, нам, ребята, усложнили задачу, теперь краны двигаются. Опа, а мы ловко их дурим, вот так вот. Так-так-так, ой-ой-ой-ой, рано отпустил я кнопочку, ребята, рано. Эх, боюсь, что мы здесь, наверное, с вами не соберем достаточное количество клубнички. Я уже вижу по звездочкам. Хотя, может быть, еще все у нас получится. Да, кажется, мы все-таки успели насобирать 215 клубничек. Есть, тогда нам сундучок дается. А в сундучке, наверное... Ух ты, дракончик. Опять же, монетки и кристаллики. А вот что нам дает дракончик, мне это интересно знать. Надо сейчас зайти в менюшку, наверное, да? Что такое? А, смотрите-ка, тут нам... Денежку дают, или что? А, вот, 5000. Хорошо, я не буду против. Но я хочу посмотреть, что же это за дракончик такой у нас. Давайте-ка мы сюда зайдем. Подожди, подожди. Мы пока не будем приступать. Где дракончик? Ага, вот он. Что же ты будешь делать, а, красавица наша? Просто так возле меня летать? Или защищать меня? Хотя от кого? Пока не испробуем, не узнаем. Поэтому, ребят, вперед и с песней. Ого! Ёлки-палки, сколько здесь арахиса, ребят, смотрите. У-у-у. Посмотрите, дракончик у меня пышет огнем. Он сбивает препятствия. Вот он что делает. Ой-ой-ой-ой, какая у меня большая скорость. О-о-о! Прикольно. Слушайте, очень, конечно, много здесь арахиса, но я очень много также и пропускаю. Меня это немножко расстраивает. Я боюсь, мы не сможем с вами набрать определенное количество. Ай, сколько вкусняшек. Как же мне это все выловить-то, а? Не знаю даже. Хотя, ребята, возможно... О, магнитик. Вот почему мне там не дали магнитика, а? Ну-ну-ну-ну-ну, успеем, нет? Совсем немножко осталось, ребята. Ай-яй-яй, нет. Ничего подобного. Не успел я добрать, к сожалению, и получаем всего лишь 2 звезды. Печалька, конечно же. Очень печалька. И мы получаем с вами 2 уровень. Ёлки-палки, смотрите-ка. Так, забираем. Мы можем улучшить сердечко, причем 2 раза. Денежка, кристаллики. И передвигаемся с вами на 11-ю миссию. Эх, я хотел бы, конечно, забрать бы тот сундучок. Наверное, можно будет потом переиграть. Почему бы и нет? Ну, пока мы будем с вами двигаться дальше. А-а-а. Ух ты, смотрите, дракончик все абсолютно сбивает. Что нам как-то может... Нет, не все. Оу, Анжела, вот это ты выросла. Ну что ж так быстро все заканчивается, а?
только начинаешь радоваться, что вот какой-то бонус, и он тут же у нас завершается. Ой, ударилась, ударилась она у нас. Так, дайте мне все эти конфетки. Ого, платформочки уже стали падать. С каждым разом все сложнее и сложнее. Успеем с вами набрать? По-моему, нет. Опять что-то нам не повезло. Не успел я набрать 100 вот этих конфеток. И опять получаем 2 звезды. Блин, с какого тут перепуга выползла реклама? Я не понимаю, вроде ее не было. Откуда-то начала браться. Она меня нервирует. Так, ну что, 12-й у нас уровень. Мы здесь с вами будем собирать опять мороженое. Ну, надеюсь, здесь-то нам повезет. 360 штучек нужно подобрать. Но нам почему-то дают тут тортики везде. Нет, пошло мороженое. О, подросли. Да, все время сложнее. Ага, я уж хотел сказать, а как мы будем здесь пригибаться, если Анжела такая большая? Но нет, она сразу почему-то уменьшилась. Даже светофор у меня дракон этот сбивает. Оу, тихо, не надо так пугать. Можно везде, как говорится, найти какой-нибудь подкольчик. Где-то магнитик с вами урвали. Вот еще один. И еще один. Слушайте, я вроде подбираю, а эскимо у меня так и не подрастает в плане звездочек. Почему такое происходит, а, ребят? Я только лишь на одну звезду себе накопил. Как же так? А, вот на 2. Слушайте, что-то здесь не то было. Я очень много набирал мороженого, и мне не засчитывалось оно. Непонятно по какой причине. Ладно, надеюсь, что это какой-нибудь небольшой глюк. Да не будем мы сейчас пока голосовать здесь. Нам некогда, мы с вами смотрим игру. Уровень 13. Так, смотрите, здесь у нас сундучок что-то моргает. Вау, нам дали денежек. И 25 кристаллов. Ага, Том, 6 карточек, денежка и опять кристаллы. Все, понятно, всем спасибо большое. Ну, а мы двигаемся с вами на 13 уровень. И здесь нам нужно, опять же, фруктики собирать. Ведь это фруктики же. Почему? Да, но это какой-то непонятный фруктик такой, странный очень. Чем-то напоминает персик, но немножко другой. Оу. Так, хорошо. Довольно... Ох, магнитик успел урвать. Довольно прикольная игра. Незатейливая такая. Знаете, так сказать, после вот этих всяких драк-стрелялок, то, что надо для расслабона. Ой, магнитик пропустил, к сожалению. А это может быть стоить дорого мне. Ай, вот эти бы плюшки я бы все бы мог собрать. Но, как видите... Да что ж так мало дают-то этих фруктиков, а? Опять мы с вами, ребята, не получаем 3 звезды. Очень много сундучков пропускаем. И от этого я еще больше расстраиваюсь. Ладно, ребятушки, давайте продвигаться с вами. У нас 14-я миссия. Ну что же, вперед. Будем собирать кусочки торта здесь. Поехали. Я просто, знаете, чему еще удивляюсь? Сколько же вот этот енотик у нас набрал сладостей-то из домика? Я обалдею просто. Раньше они бегали за золотом, теперь они уже бегают у нас за всякими вкусняшками. Оп, оп, видите, как хорошо. Оу, то, что нужно. Возможно, здесь нет. Скорее всего, опять мы не насоберем. Смотрите, я вот подбираю, но почему-то не подрастает. Нет, все, здесь все хорошо. Все, наверное, у нас получится. Так, так, вот здесь вот тоже подпрыгну. Ой, много пропустил, ребятушки. Да как же так? Буквально вот эти вот считанные тортики сказались на мне. И опять мы получаем с вами 2 звезды. Ну что ты будешь делать, а? Даже не знаю, как это все улучшить. Ух ты, 15-я миссия, и у нас там будет центральный парк. Мы с вами перейдем, видимо, в новую локацию какую-то. Так, опять у нас клубничка. Давайте собирать. 270 клубнички нужно набрать. В общем, ребята, здесь самое главное собирать именно ягодки. Денежки-то денежками. Но нам дают все за то, что мы забираем именно фруктики. Так, тихонько. Отлично. Так, яблочки. Зачем мне яблочки? Яблочки мне не нужны были. Ну ладно, пускай для коллекции прокатит. Вот так вот, замечательно. Опять почему-то мне не дают. Ну вот как вот здесь, ребят, ну их очень мало. Ни магнитика нету, ничего. Жаль, очень жаль. Я только одну звезду насобирал. Я чувствую, что мы уже
на финишной прямой. Нет, смотрите-ка, я получаю вторую звезду. Вот. А до третьей, к сожалению, опять я не смог накопить. Ну как же так, а? Почему? В чем проблема? Я же вроде бы все правильно делаю. Все собрать ягодки там нереально. И вот у нас, ребята, Центральный парк, 16-я миссия. Что у нас тут за сундучок? Почему-то я ничего не вижу. Хм. А, он просто отмечен у меня. Все понятно. Так, дракончик, ты у меня никак не хочешь улучшаться? Мы можем с вами апгрейдить сердечко. Через каждые 9,6 секунд он будет нам давать вот эту вот пробирочку. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, естественно, это понравится больше маленьким ребятам. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока! We'll be right back.